Снова добрый вечер. Снова стрим. Я обещал, я завожу. Походы на улицу — это что-то с чем-то, дорогие мои друзья. Если у вас есть возможность оставаться дома, оставайтесь дома, потому что там чертовски холодно. Ну, не то чтобы прям очень холодно, но так, свежо, свежо. Да что ж такое, динозавра не могу поставить нормально. А ну стой, вот. Я пока ходил, немножечко подзамерз, но теперь я дома. Я почитал про квесты. Я вооружен. Я теперь знаю, какие предметы нужны для сраного колодца. Чё? Ждите. А, надо пойти еще эффект чекнуть. Что ж, давайте вернемся к... колодцу. Какие нужна статуя, действительно, и нужна еще урна. Урна у меня, по-моему, есть. Помимо всего этого, еще необходимо... как эта сука называется? Разбитый камень душ. Который я не помню, куда дел. Вот не помню. Я его вроде находил, но я не знаю, что я с ним сделал. Может, я его выкинул, может, я его продал. Не помню. Вот. Привет, Лин. Привет, Онка Ферриор. Привет, Силдер. Всем привет. Вот. Но я не знаю. Я не знаю. Еще можно найти. Но будем на это надеяться, потому что иначе я жопу кому-нибудь пору. Но сейчас мне надо разобраться именно с этим колодцем. Который здесь. Рекомендуют сходить в старый Ишмарт... как-то так, короче, называется он. Точно не могу сказать. Wishing Well. В смысле обнаружено новое место? Не понял. Это мод. Это мод. Работает. Я моды активировал, потому что они не были у меня. Прожаты. Давайте попробуем еще раз прокинуть эту статуэтку туда. She holds in her hands. A gown made of riches caresses her legs. Bring my heart back to me. Увы, статуя не подходит. Хорошо. Вот мне сюда надо идти. В Old Ishmartep. Лучше всего туда через дюнное пойти. Поэтому давайте мы телепортируемся. И посмотрим, чем все это закончится. Как у вас дела? Чё у вас новенького? Я вот себе рубашку новую купил для стримов. Теперь это будет официальная моя стримерская рубашка. С ананасами, если никто не видит. Вот. На мне еще одна новая вещь, но я ее показывать на стриме не могу. Потому что, ну, за такое забанят, скорее всего. Так. Ананасы, да. Бананы, кокосы. Апельсиновый рай. Да, я купил трусы, как ты угадал. Так, ну что ж. Старый Ишмарт находится где-то здесь. По идее, тут же меня должна, кстати, наверное, эта барышня дожидаться. Которая Эсма, но... вроде еще рано по квесту. Поэтому мы без нее попробуем сюда зайти. Было сказано, что вход там довольно непростой. Что ж, давайте разбираться. Так. Твою мать. Да камон, хватит.
меня стреляет своей пакостью. О, новый уровень. Школьница. Так. Мне... А, стоп, тут открыто. Но необходим ключ. Однако вместо ключа надо нажать какой-то камень. Так вот, еще раз привет, да, Лин. Чё, как стрим прошел, как успехи? У меня дела, в принципе, нормально. Купил себе вот рубашку для стримов, теперь буду стримить только в ней. Так, скидываем все эти самые. Нажимной камень. Камень, камень, который можно нажать. Да сука, тут так-то подумать, все камни выглядят довольно нажимными. Но она не сказала, какой именно, она сказала просто поищите. Сука. Чат, вы видите какой-нибудь камень, который можно нажать? Прошлую игру. Вроде бы нормально, это хорошо. Хорошо. Эй, это старая информация. В смысле? Типа сейчас они как-то изменили эту тему, что ли? Или что? Или кого? Квестовая зона? Получается, надо ждать, когда Эсма сюда придет. Так, что ли? Рака какая-то. Ладно, погнали тогда на фермерское побережье. У нас там все равно квест есть. Эх, отстой. Кто-то ли кринж прям вообще. Кринжатина. Эй, Фарком, давно не виделись. Привет, как дела? How do you do today? Как у тебя суббота проходит? Walk blessed, friend. Where are you headed? Журнал Эликсир. Давайте посмотрим, к чему привело наше прожатие. Фон хороший получился. Хорошенький такой. Прикольный. Мне понравилось. Правда, я с телефона смотрел тогда, потому что, ну, в ванной находился, поэтому я мог что-то упустить, но с телефона выглядело вполне приемлемо. Дела нормально, это хорошо. Это радует, что дела нормально. Устал делать меч? Делай меч. Меч сам себя не сделает. Кто, если не ты, братан? Ну... Меч. А потом и мой лук, и мой топор. И что там еще было? Мой посох. Нет, что нет? Да. И мои тапочки, вот именно. И мой халат. Хочу халат, кстати. У меня до сих пор нет халата. Прикиньте, у меня всю мою жизнь не было халата для ванны. Мне один раз его подарили, но он был настолько велик, что я мог в нем утонуть буквально. И мой кот. И мой стрим. И мои фолловеры. Но сегодня уже хватит. В смысле? Халат на стрим. Блин. Проводить все стримы в халатах, как Большой Любовский. Вот это, короче, тема. Но так как я себе уже тему выбрал, а именно гавайские рубашки, то... Давай ты, короче, Лин, будешь у нас в халатах стримить. У тебя и волосы длинные, как раз тебе бороду еще отрастить. И будет в сам раз. Это же отлично, когда халат больше тебя. Я согласен. Я согласен, но он был намного больше меня. То есть, если я был вот таким, то халат был вот таким. Вот.
И, к сожалению, он не дорос до того момента, когда я мог, ну, нормально его носить, не запутываясь в нем и не рискуя упасть и разбить себе лицо. Так, стрим в том, в чем просыпаюсь. Звучит даже немножко грустно. Звучит даже немножко грустно, но я не осуждаю, я, в принципе, так же делаю. Так. Давайте мы на всякий случай... прокидаем на себя штучки. То у меня есть подозрение, что это может плохо для нас кончиться. Да. Равно как я и ожидал. Это был яд. Ключ Мирелла берем. Ой, простите, что я вам по голове заехал. Простите, извините. Так, что у нас тут? Ящик. Пила. Она этой пилой могла себя, в принципе, зарезать. Прибрался бы, что ли, дома. От чего? Ключ, интересно. Новый чат. А я частично видел твой чат. Он, по-моему, да, выглядел чуть-чуть получше. А, все, у меня коллизия тел, короче, работает. Наконец-то. Да-да-да-да-да. Во, ништяк. Балдежно. Так, а от чего же? Ключ. Спрашивается. Ну, может быть, здесь что-нибудь можно открыть им? Технически, кстати, можно этот домик себе присвоить. И самому в нем жить. Делать мы этого, конечно же, не будем, потому что, ну, нафиг оно надо. Так, чеснок мне не нужен, вино мне не нужно. Но вдруг... как в сказке скрипнула дверь. Нихера не ясно стало теперь. Вспомнил, где есть секрет, Варкин, ну-ка давай. Давай-давай-давай, рассказывай. А чего сундук-то? Ой, сундук, ключ. В доме возле входа в подгород. Хорошо, сейчас отправимся туда. Да там было бы написано, что он отчет в банке. А он как-то так, ну, назывался не по-банковски. Типа. Сука, а как ключ назывался? Я забыл уже. Фак. Ладно, похеру. Люк под шкафчиком. Ну, этот люк я трогал. Там подвал. Там я был. А, здесь кровати даже лежать нельзя. Не, это в подвал. Мы отсюда вылезли только что. Вот, мы тут были. Вдруг на чердак. Юр чердак из Андератак. Эй, смотрите, я полностью живой. А, нет. Не очень. Давай попробуем на чердак. Ну, была бы лестница, что ли, какая-нибудь.
Или типа того. Но нет, нифига. Ни чердак. В котле ничего не лежит. В воде ничего нет. По карте. Кстати, да. Не, нифига подобного. Ничего тут нету. Да и ладно, фиг с ним. Я сомневаюсь, что здесь будет прям большая награда. Достойная, поэтому пошли отсюда. Так, варк в подгороде, говоришь, да? Что ж. Погнали. Но перед этим, давайте сначала раскидаем очки таланта. А именно, дать ледяной ветер скинем. Все, полный набор ледяного ветра у меня, и очки воспоминаний у меня кончились, да? 4 очка крафтинга, что так мало? Могли бы и побольше дать. Ну да, рядом с подгородом, я помню. Так. Два зачарования, это я выкидываю. Да, чё, у меня постоянно эта книжка с собой, а? Камон. Так, ремесло не могу. Зачарование. Давайте все в зачарование кинем, окей. Все, у меня кончились. Хотя, может, снаружи дома. Где-нибудь что-нибудь есть. Какой-нибудь сундук там, не знаю. Либо еще один подвал. Мистика. Мистика. Ну или здесь проход на чердак какой-нибудь может. Ну, выглядит так, как будто там чердак есть все-таки, но на него проникнуть никак нельзя, поэтому пофигу. С вами поговорить нельзя. Дом Сары. Мэ. Ладно. Полетели по нашим делам. Телепортация в Арк. Полетели. До свидания, путешественниц. Приятно было с вами пообщаться. Всего доброго. Так, ну что ж. Рядом с подгородом, значит, да? Подгород где-то там находится. Ой, как они орут все, господи, как шумно. Блять, завалите все. Подгород там. Странно, я думал, в другой стороне находится, но ладно. Пошлите. А, мне еще надо, кстати, квест взять здесь. Давайте зайдем. То я и забыл про это место. Абсолютно причем. Yes. А, что продаешь? Well, a bit of everything. Just look for yourself. Давайте поторгуемся. А, у меня денег-то особо нет. Ну и вы тоже ничего интересного не продаете, поэтому давайте мы обычные камушки продадим.
себе оставим хорошие. Да. Не, по-моему, это все-таки не так. Не та статуя. Мне нужна именно статуя Ирланды, вроде как. Или, сука, именно такая статуя. Да, то есть там не должно быть написано золотая, вроде как. Ну, хотя, блин, может, это устаревшая действительно инфа. Так, надо еще найти других торговцев, с ними поторговаться. Что насчет работы? Your story about Hafner turned out to be true. He really did poison Hyrius's cows. The stable boy saw him do it, but was too afraid to report it. So, in case you really do care, Hafner will be on trial next month. And I doubt his sentence will be mild. Anyway, concerning your question, yes, there is more to do. Uncomplicated work, good pay. You interested? Что нужно делать? It's simple. At the moment, there's a caravan on its way to Ark, carrying Dunville fruit and peace weed. I need you to deliver a message to the caravan's leader, Rodos. Report back to me. That's it. Что в сообщении? The Skerrig men wear no underclothes when they venture into battle. I want you to deliver the message, not ponder on its contents. Understood? Звучит подозрительно, но ладно, где искать? Well, that's up to you to find out. They should be on the Penny Road by now. Just a couple of days' ride from Ark. Just follow the road. You'll find the Звучит как душный квест. Good luck. Ну хорошо. Не нравятся мне квесты от Золотого Серпа. Прям как-то противно себя чувствую, как будто, знаете, вот в грязь погружаюсь. Не в какую-то целебную, а наоборот, в такую мерзкую, сука. Так, ну ладно, давайте сначала поторгуем. Oh, hello. I haven't seen you around here, but... Oh, a bit of this and that. Давайте сначала часть вещей продадим. Забирай, забирай. Забирай. И у тебя кончились деньги. Хорошо. Одноручная эксперт возьмем. И сразу прочитаем. А мы тяжелую броню тоже можем еще зачитать. Ой, господи, ненавижу этот рынок. Так, забирай. Раз. Теперь ты. Забирай меч, меч, лук, секира. Также забирай сапоги. Ну-ка, у тебя есть на элементализм мастер, одна книжка, ништяк. Берем. Отдаем тебе комплект падшего. Звездника, звездника. Кирас-убийца. А, это который я накрафтил ботинки. Все, понял. Так. Читаем. Теперь продаем тебе вещички. How may I be of service? Of course. Забирай. Все, кажись, раз продались. Теневую руду, в принципе, тоже. Этот тоже. Теперь у меня ничего на продажу не должно присутствовать. Все только самое необходимое есть. Да. Что ж, пошлите теперь под город. Разве что давай-ка у тебя купим
на элементализм княженца. Все, готово. Так, южный квартал, под город, да, сюда. Давненько я там не был. Можешь по самому подгороду походить, а то даже и не знаю, стоит ли как бы. Yes? О, как у тебя дела с твоей галереей? А, ну мы с ней на эту тему поговорить не можем. Ну и ладно. Так, рядом с воротами в подгород. А где ворота в подгород находятся? Где-то там. Так, вот подгород. Вот он. Рядом с домом. А с каким из домов? Наверное, в этот, да? Сюда? Хижину Гуаста? Ну тут хрен шляется. Гуаст, свали. Здесь я обойти не могу. Надо ждать, когда он отойдет. Слава богу, этот труп исчез, блин. Как же он меня тогда напугал, просто кошмар. Или этот дом мне нужен. Но здесь необходим ключ. А ключа у меня нет. А Силдорм таинственно молчит и не хочет мне подсказывать. Но он меня сюда привел. Как быть, как быть. Ну, хорошо. Попробуем взломать так. Штраф добавлен. Владение Аркта похер вообще. Не совсем то? В смысле не совсем то? Почему меня так откидывают, да? Прям возле ворот дом? Ну, поздно уже. Я уже в какой-то дом врываюсь. Вот это пасхалка, типа рваные носки и рваные трусы? Тут даже кто-то есть, оказывается. Ничего я не вор, я же ничего не трогаю. Я просто смотрю. Мадам. Спасибо. Что я тут делаю? Да сейчас я выйду. Да, ухожу. Все. Сказал секрет, ну... Ладно, это твой секрет, признавайся. Ты собираешь эти трусы, да? Возле входа, ну ладно. Мне из-за тебя штраф придется платить в 15 монет уже. Понимаешь, 15 монет. Двадцать монет, чел. 25 монет, ты доволен? Вот это я понимаю, ему тут отстойно, наверное, жить. В этой халупе, еще рядом с этим ссаным водопадом обоссаться можно. Секрет. Слышь, плати. Налоги. Так, ну и в чем заключается секрет? Ну, наверное, в чем-то наверху. А как выглядит этот секрет? Потому что, ну... Я ничего такого не вижу. Большая ложка, может быть, это твой секрет.
Ну тут краны всякие есть. Трубы. Как тайник. Маленькая шкатулочка, ты имеешь в виду? Ищи то, не знаю что, ищи где, не знаю где. Нет. Как выглядят тайники тогда? Может здесь не быть, но круто. Здорово. Офигительно. Так, ну хорошо. Плакат мы потрогать не можем. Если бы я был тайником, где бы я спрятался? Да сука, где угодно. Не тот дом, а какие тогда еще? То есть вот рядом с воротами под город. Где же монет? А? Меня что ли в тюрьму ведут? Но я же заплатил! Да. Ай, грузимся. Какой вот этот? Из которого только что вышел, что ли? Типа вот этот дом. То есть вот прям он. Который находился слева, если выйти из-под города. Этот находится справа, значит вот этот. Типа здесь, да? Где мужик по стенке молотком бьет. Вроде да, ну хорошо. Сейчас месье стражник пройдет. Нужно отойти на неопределенное время. Давай. Справа. Да сука. Что ты, блядь, троллишь меня? Что, опять не тот дом? Справа, ну только вот справа. И что я тут должен найти? Или это все-таки не тот? Тот, все, хорошо. Так, окей, что я тут должен обнаружить? Куда мне смотреть? Шесть зрителей. Привет, Лень. Шесть зрителей. Это все благодаря новой рубашке, я тебе отвечаю. Новая стримерская рубашка. Теперь банановая. Точнее, ананасовая. Как дела? Чем? Как настроение? Мы вот тут тайник ищем. Сокровище. Ну, сокровище это, блин. Слишком растяжимое понятие, чем. Сокровище, ну. Оно же где-то должно лежать. Ну, где? Уже опять зазнался, а, черт. Эх, счастье было так близко. Уже три уныния. Блять, Лен, ты всех распугал. Ну, спасибо. Надеюсь, ты доволен. Вроде то там. Слушай,
Я вот не знаю, что тут вообще можно такое ткнуть, чтобы на меня посыпался золотой дождь. Я намеренно сказал именно фразу про золотой дождь. Уже 4? Ну хорошо. Продолжайте в том же духе. И... тут даже ничего дернуть нельзя. Где спальня? Ну вот, спальня. Или ты имеешь в виду спальню на первом этаже? Ты вообще чем стрим смотришь, а? Жопой, что ли? А ну себе дернуть. Да. Уже издергано, как бы, вдоль и поперек. Ну под кроватью ничего нет. На первом. Ох уж эти твои вроде. Открой карту. Ну вот, это второй этаж, это первый этаж. Ни хренашеньки тут нет. Никаких проходов. Значит, это не тот дом. Грузимся тогда. Хижина. Давайте вот так вот. Тот дом. Да сука. Что я там должен найти, ты мне скажи. Куда я именно там должен ткнуться? Потому что, ну, я сколько не смотрю, там я ничего не вижу нигде. Проход. Какой еще проход, блядь? Короче. Делается это все довольно просто. Берем. Альтабаемся. Пишем. Хижина. Аста. Как его там, блядь, сука, зовут еще раз? Гуаста, ну. Не будет. Сука, я найду. Срань. Действительно, ничего не находит. Блять. Ладненько. Сел. Понимаешь, в чем проблема? Сел. У меня русская раскладка врубается. Оп. О, зато зашли без штрафа, наконец-то. Хорошо, проход. Где тут, сука, проход найти? Ненавижу. Это твой проход, что ли? Ну чел, я тут никаких проходов не вижу.
Есть только спуск вниз и подъем наверх. Все, больше ничего нет. Может, это приснилось? Да ты заколебал. Тот, не тот. Определись уже. Классно, они, конечно, представили дом снаружи, чтобы сделать дом внутри. Дом тебя выбесил, ты его запомнил. Что-то не похоже на то, чтобы ты его запомнил, чел. Вот честно скажем. Прям вот вообще не похоже. Сука. Блядь. Так камон. Вот срань, а? Ух, блядь, злой. И ради чего я это все сделал? Ради раз, два, три. Три зелья. Да, сундучок. Все. Больше тут ничего нет. Опять. Это убийство будет на твоей совести, чел. Понял? На твоей совести, Силдер. Ай. А, тут же стражники, типа, неумираемые, по-моему, да? Или все-таки убиваемые? Не, они без сознания теперь валяются просто-напросто. Тупость. Тупость, тупость, тупость. Так. Я хотел что-то такое сделать, но что именно? Сука. Сбился. В смысле... Что же я хотел сделать, да? Что-то в арке. Но что? Я хотел... А! Все, вспомнил. Вот этот квест. Это мне в храм. Это мне надо в храм пойти. Наконец-то вспомнил. Чтоб я еще раз по твоим секретам пошел, братан, серьезно. Такой. Стой. Так, квартал бараков. Через них мы пройдем туда, куда мне нужно.
Побежали. Мои секреты самое лучшее. Знак качества не забудь еще сделать. Чтоб по ГОСТу. Так, мне вот эта башня нужна. Башня Еро. Да-да-да-да-да-да-да-да. Хорошо. Ключ от шкатулки сработал. Наконец-то. Исследуйте секретное убежище. Что ж, давайте исследовать секретное убежище. Колдовный страж. Так, этого козла что-то как-то... Блять, вообще не тем. Во, нормально. На нахер. Огоньком. А их тут, блин, много. Я думаю, мы их легко победим. Давайте сначала внизу осмотримся. Всякие механизмы. Невидимые стеночки. Оттуда я пришел. Но, ладно, я думаю, по низу нет смысла идти. Сверху осмотримся, сверху больше увидим. Минус еще один стражник. В эту башню вряд ли можно войти вообще. Минус еще один. Ой-ой-ой, это что там такое вообще стоит? А это что такое взорвалось? А, это ты. Ну-ну-ну-ну. Так, вот это хорошо, кстати. 9 из 15. Ну, немного осталось, кстати, немного. Чуть-чуть буквально. Ты что такое, блядь? Могущественный грязевой элементаль. Ну что ж. Во. Жалко, что у меня пустых камней душ нет. Ну ладно. Готов. Последние слова Еро. Ох ты ж, ёх ты ж. Красивенький. Кинжальчик. Эх. Скидываю его сюда. Какие-то он здоровый, конечно, жесть. Ключ от убежища. Берем тело. Деньги берем. Мечта цвет эссе. Похоже, что книга написана магистром, который изучал растение под названием Мечта цвет. Некоторые отрывки привлекли ваше внимание. И таким образом альяне, коренные жители Розеаля, предоставляли честь принять Мечта цвет только своему лучшему воину. Растолченный и смешанный с кровью из человеческого сердца, обычно взятого у одного из врагов, камнем душ и щепоткой светопыли он превращался в зелье, которое воин выпивал во время церемонии. Если верить легендам, эффект был невероятным.
Зелье не только мгновенно исцеляло человека, но также даровало благословение, которое должно было помочь ему жить счастливо и полноценно до самой смерти. Несмотря на то, что это похоже на суеверие, в нем есть доля истины. Археологические находки свидетельствуют о том, что среди альяне были воины, которые даже в преклонном возрасте обладали могучим здоровьем. В этой связи исчезновение мечтоцвета на территории Эндрова весьма печально. Его ценность для алхимиков могла быть огромной. Новый квест. Человеческое сердце берем. Эликсир мечтоцвета. Записная книжка. Многие записи расплылись от воды и нечитаемы, но некоторые отрывки еще можно разобрать. Похоже, что они написаны магистром Еро и посвящены растению под названием мечтоцвет. Этот отрывок показался вам наиболее интересным. Предположение, что мечтоцвет оказывает настолько сильное воздействие на психику человека, кажется мне ошибочным. Это нельзя объяснить с точки зрения алхимии. По моему мнению, он изменяет связь чародея с морем возможностей таким образом, что позволяет тому перескочить от одной нити реальности к другой, всегда к той, которая в данный момент будет для него наилучшей. Необходимо дальнейшее исследование, но я вижу потенциал. Хорошо. Где этот свиток? Записка, точнее. Как зелье в Гарри Поттере? Возможно. Только я не вижу у себя что-то рецепта на него. А, вот он. Но я с ним ничего сделать не могу. Значит ли это, что я могу его в коллекцию схем положить? Нет. Хм. Ну ладно. В любом случае, мы закрыли квест. Наконец-то. Finally. We did it, boys. We fucking did it. А теперь чекайте, как я могу. Круто, да? Стою наверху. Побежденного врага. Ебой. Побежали. Юху. Юпи. Юпу. Так, теперь надо дождаться, когда Эсма там раздуплится. Но пока мы будем ее ждать, мы, наверное, поедем на лошади в поисках каравана. Это я удачно заглянул. Это я очень удачно заглянул. Блин, подкову взял случайно, ну ладно. Так. С этим верстаком я ничего сделать не могу. Не могу. Гвозди. Так, на выход. Теперь надо понять, что есть медиковый тракт. Ну, наверное, вот эта дорога. Потому что она ведет к дюнному. Да. Угу. Что ж, побежали. Надо заодно переставить метку. Хотя, ладно, потом это сделаем. Потом. Успеем еще. Так, мне, пожалуйста, сундук. В сундук я скину все то, что хочу продать. А именно кинжал. Плюс. Заклинание. Mm.
подкову просто выкину. Два рубина. Так, F5. На всякий случай. А, давайте узнаем, что написано в записке все-таки. Родос, я понимаю твое беспокойство, но все же мы оба знаем, что бронзокожие, ух, осуждаю, не остановится ни перед чем. Так безопаснее. И не забывай, Мальфа защищает праведных так же, как карает развращенных. Жду тебя в арке. Ну, там ничего интересного не сказано. Поехали. Так, мне, пожалуйста, в главные ворота. Е2 зрителя. Ништяк. Так, вызываем коня. Конь. А вот и конь. Эх, поехали. Нам, в принципе, дальняя дорога предстоит. Сначала до каравана, потом наверняка там что-то нужно будет сделать. И потом уже только к самому дюнному. Миралик валяется. Утишлёненький какой. Блин. Ладно, придется, короче, сократить дорогу специфичным образом. Опа. Ну, нормальная тема, но я этот корабль обыскивал уже, я помню. Немножко замочим коняшку. Но я думаю, она не против помыться. Все, вот здесь нормально будет. Все, поскакали. Какие... Да, опять 25, да камон, хватит. Хватит под землю проваливаться. Вот, все, наконец-то нормальная дорога. Поехали. Да, конечно, не самая лучшая транспортная дорога. В том плане, что, ну, отвратительного качества она. Здесь на телеге ехать, наверное, сущее мучение, блин. Особенно вот тут, вот, ну, капец. Кошмарищик. Ух ты ж, блядь. Ну его нахер. Просто до свидания. Хотя мне придется с ними драться. Зачистили. Так, там какие-то парни около каравана тусуются. Кажется, наши ребята погибли. Еп. What the fuck? Девра, Дан. Что происходит? Сука, они телепортируются. Вот же сволочь, а?
Родос погиб. Медальон золотого серпа. 1000 денег стоит, кстати, неплохо. Неплохо. Что ж. Наши парни, к сожалению, погибли. Но квест выполнен, в принципе. Что здесь находится, кстати? Поехали тут. Как-то меня вся эта тема с колодцами, блин, заставила приуныть, должен я вам сказать. Что я прям как-то расстроенно себя чувствую, даже немножко. Хнык. Не буду с ними драться, не хочу. Просто поеду дальше. Тихо. Спокойно. Но мне в любом случае придется. Ой. Ладно, давайте использовать свиток. А у меня только в дюнной осталось. Вот, блин, а. Поехали так тогда. Что нам еще остается? Тут, в принципе, относительно недалеко. Я даже знаю, как дорогу сократить, кстати. С головы сорвал. Ветер. Мой колпак. Погоди. Я тебя могу поднять? Нет. Где там твой кореш? Кошь делает. Ну, делай. Что я тебе могу сказать, разбойница? На, подымайся. Иди сюда. Разговор есть. Уф. Больно. Очень больно. Так, ну что ж. Нам, в принципе, следом. Но лучше спуститься здесь пониже. Чтобы точно в воду попасть. В принципе, даже в воду прыгать не обязательно. Достаточно здесь спуститься. Все, ништяк, готово. Мастер нахождения легких путей. Это я. Осталось зайти в сам город.
поставить там заново портал, и мы в ажуре. Так, давайте сначала на рынок. Где у меня там заклинание пометки? Так, это, по-моему, вот эти ворота нужны, нет? Нет. Эти, значит. Угу. Не знаю, кстати, сколько этот стрим пройдет, потому что, ну, учитывая дневной, как бы, я уже, знаете, так, ну, немного вяленько себя чувствую, у меня упала игрушка. Вылетела, если быть точнее. Мех. Как быть? Давайте заново на Nexus зайдем, что ли, тогда уж. Чё нет-то? Пауков накатим. Или нет? No more Skyrim looking creatures. Сколько он весит? 200 мегабайт. Давайте. Поставим на закачку. Ваша загрузка началась. Пожалуйста, подождите. Без проблем. Заодно давайте в Стиме посмотрим, в мастерской. Может, что-нибудь там найдем. Интересно. Больше всего подписчиков. А что за Endral Gameplay Overhaul? Что она вообще дает? Да, но тут ничего не написано. Надо на Nexus читать про него. Ну что ж, давайте почитаем. Что там вообще дается? Ну, понятно, короче. Переделка боевой системы. В план реализма. 25 новых спылов. Поушены. Ну, как-то мех не особо интересно. Если честно. А что в трендах? Еще более уникальное орудие. Отсутствие анимации копания. Блин, не дают посмотреть на оружие.
из-за того, что закачка идет. Ну вот этот мод, кстати, выглядит поинтереснее на оружие. Давайте мы, наверное, его тоже скачаем. 100 мегабайт всего. Загрузка началась. Так, это, в принципе, можно удалить. Это можно удалить. Заодно очистим корзину. Что там по загрузке? Так, существа скачались. Извлекаем в текущую папку. Копируем все это дело. Где там Steam? Andrew, да. Дата вставить. Готово. Так, теперь ждем, когда скачается оружие. Уже почти. Осталось 30%. Вру, 20% теперь. И можно будет начинать заново. А видос, кстати, про колодцы, он 2017 года. Что за канал вообще? Любимые адвенчуры и квесты. Давайте посмотрим. Вивьен мод к Скайриму. Сокровище Южного моря. Прохождение. Твин Миррор какой-то. Мод к Скайриму. Dark Pictures. Ведьмак прощения Белого Волка, Outer Worlds. Прикольно, прикольно. Молодец, барышня. Одобряю. Так, и оружие. Закидываем. Ну, я чуть... чуть знаю, что это типа моба просто от третьего лица. Вот и все. Типа дотка. Ну, насколько я это понимаю. Никто не зовет это мобы, кроме меня. Ну, записывай меня в свои ряды тогда. Записывай меня в свои ряды, чел. Я такой же, как и ты. Так. Нахрен я сюда пришел? А, я здесь хотел поставить... портал. Да. А где здесь... чел, который картами торгует. Он же вроде должен где-то здесь появиться был. Разве нет? Хз. Хз, что-то не вижу я его здесь. Ну ладно. Погнали через южный квартал. А, я квест хотел сдать. Блин, точно не туда пошел. Назад.
А, у меня, наверное, еще и меч изменился, раз я поставил модец. Ну-ка. Не, выглядит все так же дерьмово. Жаль. Карторов нигде нет. Ну и ладно. Потом разберемся, потом найдем. Сейчас не принципиально. Так, это двигаем сюда. Караван попал в засаду. Рассказывай. By the righteous path that I may the guild master must learn of this at once. And wait, what did you say these assassins look like? Они были замаскированы, и они говорили на не на инальском, на каком-то языке, который мне не доводилось слышать прежде. Was their armor all black? Скорее коричневый. And did they speak a language that sounded like gibberish to you? Скорее как арабский. Petrified. By Malthus. Well, this is worse than I expected. Что за окаменевшие? The best of their kind. Have you never heard of them? Apparently their temple, as they call it, or their headquarters, is on a small island called Milea, a deserted city. But now is not the time for history lessons. Whoever has enough money to hire the petrified is dangerous. Very dangerous. Но вы предполагали, что что-то такое произойдет, не так ли? Это был необычный караван. Расскажите правду. I don't like your tone. But if your life depends on it, no, it wasn't. And yes, I was afraid something might happen, but nothing like this. Так там один чувак был всего лишь. The entire caravan murdered. By the seven, this is bad. Что теперь? As I said, Guildmaster Delorean needs to learn about this. Did you find anything on the corpses? Documents, perhaps? У Родоса, извозчика каравана, был с собой этот амулет. Выглядит довольно ценным. Родос's amulet. Oh, by Malphus. Delorean will not like this. Give it to me. The Guildmaster will want to have it. Give me back that letter. We have to make sure it doesn't fall into the wrong hands. Оно было вскрыто после нападения. Простите, просто мне подумалось, что я могу найти информацию, кто устроил засаду. Is that so? Well, fair enough. I think the circumstances are a good enough excuse. Here, take this. It's a paycheck, and you can hand it in at the bank. Now, excuse me. I have to make some arrangements. Oh, by the seven, this is not going to be pleasant. Платежная расписка. Кошмар. Банки меня и здесь достают. Эх, кошмар. Ну, пошлите ее обналичим сразу тогда. Эй, есть квест какие-нибудь? Нет, ну ладно. Ну, какая женщина. Так. Мне, пожалуйста, оплата от Мендоса Брюхомедного. Сказал, что можно передать сюда. So that old man found himself a new errand boy, did he? Show me. Yes, this looks solid indeed. Here is your money. 350 монет. Возвращайтесь к мужику. Блин. Ты обязательно вот так вот заставлять меня бегать туда-обратно, а? Ох, что-то я прям очень ворчливый домой вернулся. Кошмар какой. Надо расслабиться. Now, if
it isn't the hero of the hour. Word of the stunt you pulled with those petrified got around. Mael Doloran himself wishes to see you. I strongly assume he's planning to hire you as a protector. Congratulations on that. Кто именно такой этот Mael Doloran? Мне уже приходилось слышать это имя. Oh, you did? I'm impressed. Particularly since he's the grandmaster of this guild. Ты сейчас у меня досарказмируешь, козлина старая. Я тебе, блядь, быстро твои усы на жопу натяну. Где могу его найти? In the guild house, just on the other side of the street. Now hurry, he doesn't like to be kept waiting. Старый хер. Чё раздражительный такой? If that's what snappy sounds like to you, maybe you should consider a change of profession. I heard the bathing house is still looking for harlots. Слышь, если у тебя какие-то проблемы есть, давай. Раз на раз. At least not a problem that needs resolving. Let me put it this way. I'm impressed by how you, without a moment's hesitation, used the tragic events at the caravan site for your own advantage. But I guess that's just how this world works. Business is business. Это абсурд. Я не знаю, в чем твоя проблема, и, честно говоря, мне насрать. Oh, of course you don't. Walk blessed. Walk, walk, walk. Нахуй все пошли. Ух, блядь, злой. Ладно, повеселились, хватит. Что-то прям сегодня стрим какой-то прям. Лютой ненависти, можно сказать. Всех жгу, всех взрываю, блин. Избиваю просто так. Что-то прям не то. Совсем не то со мной происходит. Заходим. Вполне обычный день, согласен, да. Обычный вторник, я бы это так назвал. Давайте осмотримся, вдруг что-нибудь найдем здесь. Мак, мак, мак. Но я как-то ничего не вижу интересного. Ну, пошли тогда наверх. Блин, выглядит как халупа какая-то полная. Песцы, один защитник. Вполне легко можно их всех тут размотать. Куда мне? Сюда? Ну и неудобно, жесть. Куда? Сюда? Ну давай. И чё? Good. Thank you for coming. I'm Mael Doloran, by my path, Guildmaster of the Golden Sickle. What is your name? Джифан Торн. Приятно познакомиться. Well met. I'll be frank. You're an outlander, and that makes you pathless. And I'm sure you know by now that the Golden Sickle is more than just a band of merchants. It's a citadel of traditional values in a time when they hardly exist anymore. Still, I believe that everyone has the right to prove themselves, pathless or not. And when you fought those assassins,
Он мне очень не нравится. Я бы ему кишки выпустил. So as promised, I'll make it short. I want to promote you to the rank of protector. Что это значит? The same as working for the trading post. Only you will no longer have to waste your skills on running errands. You promised to honor the principles of the Golden Sickle and to never act out against it or its members. In return, you will be granted a good pay and path-abiding honest work. Work that other outlanders would give their left hand for, if I may say that. Давай. Good. Can you read and write? Да. Excellent. This contract contains what we expect from you in written form. Read it, sign it, and then we can start. Делаю все это только ради денег. Что за контракт? Соглашение между Золотым Серпом и Па-па-па. Настоящим обязуюсь служить купеческой гильдии Золотой Серп в качестве защитника до отмены этого документа. Это включает в себя следующее. Чтить устав гильдии, Эндеральский закон и праведный путь. Никогда не предпринимать действий, направленных против Серпа, его членов и или деловых партнеров. Всегда компетентно представлять серп. Это включает в себя приведенные выше правила, а также достойное и этичное поведение. Нарушение бла-бла-бла. Слышь, хрен. Yes. На, блядь. Excellent. Then we can start right away. Are you ready for your first assignment as a protector? Что делать? Before I tell you, I have to ask you something. Are you familiar with the Blue Islands Coalition? Work. Немного. The Blue Islands Coalition is a league of powerful merchants from the Belt of Kilay. I take it you've heard about the civil war on Kilay. It has been going on for 2 years now. Recently, the Council of Elders, which is made up of mostly wealthy merchants in Kilay, succeeded in restoring rudimentary order. That is, if a dictatorship by those cutthroats can be called order. Как именно это влияет на нас? It affects trade. Since the Civil War, the prices for spices, cane sugar, and Kalayan cloth have exploded. And while some might profit from this, most merchants don't. But this situation should settle down now that the war is over. And it's not the topic of this discussion. I need you because some days ago an emissary of the Blue Islands Coalition arrived in Ark. Так, что делать-то? I want you to meet this emissary and give him this letter. It's a written invitation to come to the guild's house for dinner. Где его искать? Well, finding that out will be part of your job. But I suppose he's somewhere in that city where there are colorful clothes and shining jewels. Kalayans are drawn to that kind of flashiness like children to sweets. Now go. Come back to me once you've delivered the message. Хорошо. Так, одну секундочку. Полтора часа. Дать, наверное, пока на сегодня, на сейчас, по крайней мере, закончу. Да, прям. Злюсь. Вот. Может быть, еще ночью заведу. Может быть. Может быть. А может быть, уже завтра продолжим. Пока непонятно. Но в любом случае следите за Дискордом. За Дискордом вы внимательно следите. А я говорю вам всем большое спасибо, что были на моем стриме. Пойду я отдохну. Вам того же желаю. Все. Давайте. Всем удачи.